Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления простого, быстрого, а главное вкусного и полезного блюда. Оно готовится очень быстро, а получается очень вкусно. Это прекрасный ужин или же даже завтрак. Для начала нам нужно нарезать мясо примерно вот такими вот кусками, это уже по желанию. На дно мультиварки наливаем немножко растительного масла, выкладываем мясо и ставим на функцию жарки. Я жарю то время, пока подготовлю все остальные овощи. Точно так же можно делать все в кастрюле, если у вас нет мультиварки. Картошку нарезаем вот такими вот большими кусками. Если у вас картошка меньше, разрезайте на две части или же оставляйте целую. Нарезаем лук. И добавляем сюда же картофелю. Дальше я нарезаю кабачок, тоже довольно-таки большими кусками. Все овощи я нарезаю большими кусками для того, чтобы они не разомлели в мультиварке. Они протушатся и останутся довольно-таки целыми. У меня маленькая такая капусточка, я отрезаю чуть меньше, чем половину, чтобы с ней не было кочерыжки. И нарезаю тоже такими большими кусками. Морковку измельчаем. Морковь можно натереть на терке, это по желанию. И мелкими кубиками нарезаем помидор. Это блюдо готовится очень быстро. У нас занимает время только то, чтобы подготовить и нарезать все овощи. Добавляем сюда зеленый молодой горошек, но это по желанию. Немножко присаливаем, перемешиваем и отправляем в мультиварку. Я отправляю мультиварку на функцию тушения на полчаса. Добавляем буквально 50 мл воды. Овощи и так пустят сок. Вот мы видим, да, какие сочные они получаются. Через полчаса я добавляю 3 ложки сметаны. Присаливаю по вкусу, еще пробую и добавляю еще любых любимых ваших трав. Я добавила прованские травы, ну это уже по желанию. И оставляем еще на 10 минут. Вот уже наши овощи тушатся 40 минут. Мультиварку я выключаю, добавляю зелень. И сюда я добавляю еще по вкусу чеснока. Накрываю мультиварку, чтобы чесноком пропитались все овощи, буквально на 5 минут. Вот и все, наш такой вкуснейший ужин уже готов. Вот такая вот красота и вкуснота у нас получилась. Мои домашние все очень любят такое блюдо, оно готовится быстро, не нужно ничего стоять над плитой, оно получается очень вкусное. Я даже даю такое блюдо своим маленьким деткам. Они очень любят кабачок, картошку, здесь все овощи, которые любят маленькие дети. Вот такое вот видео, если вам понравился этот рецепт, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, я буду очень рада, до новых встреч, всем пока и приятного вам аппетита!